Привет всем любителям футбола, это CGTN на русском, и я Сергей Чудинов. Пока в России лишь утихают все страсти по футболу, в Пекине они только начинаются. Все дело в том, что здесь стартует международный турнир среди школьных команд по этому виду спорта, в котором принимает участие и Россия. Самый восточный город, ну, практически самый восточный город России. Приехали первый раз, но команда из Владивостока, в частности «Луч энергии», участвует в этом турнире уже не первый, ну, раз пятый, шестой, наверное. Вот мы приехали двумя командами. Одна команда 17-летних, 2001 год рождения, ребята, и другая команда 2004, это вот моя команда, 14-летних. Тяжело накладывает отпечаток погода, которая здесь, ну, больше подходит, скажем, где-нибудь, наверное, субтропики какие-то. Вот, очень высокая влажность, очень высокая температура. Ребятам тяжело, они не привыкли. У нас в этом году лето задерживается в России. И во Владивостоке, ну, такой погоды нет и не будет, наверное, никогда. Вот, поэтому, конечно же, им тяжело. Что касается игры, было сказалось немножко волнение. Можем лучше, намного лучше можем. Вот. Плюс некоторые ведущие игроки не смогли приехать. Но, тем не менее, победа, первый матч, всегда она нужна, она важна. Вот, она приятна. И пусть даже в такой игре была немножко сумбурной, но ребята добились. Это плюс, это хорошо, это им поможет в дальнейшем на турнире. Цель одна, да, как можно больше соревновательной практики, плюс познакомиться с разными стилями, ведь здесь команды из многих стран, то есть, ну, вот, в каждой группе по 8 команд, две китайских, две-три, плюс остальные из разных стран. Поэтому каждая команда проповедует свой стиль, и нам, допустим, очень сильно не хватает соревновательной практики у нас и в России, в частности, на Дальнем Востоке. Поэтому на эти турниры нужно ездить, важно ездить, и мы получаем очень большую пользу от этого. 正好是世界杯刚结束，所以呢，我们无论是国内啊还是国际上啊，大家对这个足球的关注度，现在还在一个很高的这个热情当中。所以我们举办这个北京杯呢，就是想啊，让我们的学生能够参与到足球这个项目当中来。所以我们还是想通过国际的交流呢，给我们的学生提供一个国际交流的一个平台，让他们成为终身的朋友。 不但要交流足球，同时还要交流学习等等。